как мы находимся в центральной Украине, к нам подъездные пути со всех сторон, то есть будь то западная Украина или же люди едут со стороны Киева, все попадают только к нам. Так что логично будет посмотреть, что же вы можете здесь предложить. Ну, естественно, давайте посмотрим все, что у нас есть, и уже тогда обсудим все это. Хорошо, давайте. Ну, основным направлением нашей деятельности все-таки является продажа новой прицепной техники и продажа автомобилей с пробегом из Европы. Сейчас мы можем увидеть нашу прицепную технику, которую мы продаем на территории Украины. Это абсолютно новые полуприцепы, заехавшие к нам в 2023 году. Мы являемся официальными дистрибьюторами данных марок, поэтому можем их предлагать по хорошей цене. И снова-таки в комплекте с автомобилями, которые также у нас есть в наличии всегда. А какие условия покупки? Насколько я знаю, нужно заказать и подождать? Можно заказать, подождать, если это какие-то особые, скажем так, характеристики нужны для клиента. Если же это стандартные изделия, такие как представлены здесь, оно всегда есть в наличии. То есть можно прийти и, грубо говоря, за один день при наличии денег оформить покупку. Важный момент – в наличии. Под заказ данная техника везется сроком от 2 недель, то есть это 19 дней, может быть тоже достаточно быстро, если клиент нам дает предоплату 20% за данное прицепное оборудование. Какая стоимость? Стоимость рыночная, скажем так, мы продаем, мониторим постоянно цены, и наши полуприцепы стоят бодекс. Это алюминиевый полуприцеп объемом 55 кубов, стоит 57,5 тысяч евро. И мега 56,5 тысяч евро. Мы все считаем по курсу НБУ, то есть это тоже надо учитывать при покупке, так как оглашаем цену все-таки в евро, привязываемся к нему, но все контракты гривневые, так как национальная валюта все-таки у нас гривна. Это очень важно. Важно пересчитать и увидеть разницу в гривне. Машины тоже всегда есть в наличии. Машины постоянно есть, небольшой магазин техники. То есть можно купить автомобиль и к нему сразу же купить полуприцеп. Мы можем работать с любыми банками, с лизинговыми учреждениями. Большинство техники все-таки продается, это кредит и лизинг. То есть люди не всегда хотят оплатить всю сумму сразу, поэтому растягивают немного платежи. Ну, в основном это 3 года. Прицепная техника, автомобили с пробегом – это сейчас все-таки то, что нужно людям. Куда обращаться для покупки? Есть контактные номера телефонов. Ну, в основном через авторе. То есть все объявления можно увидеть на авторе. Также, проезжая, люди видят нашу технику и заезжают к нам. Здесь мы обязательно пьем кофе с клиентами, выясняем, что им необходимо. Дальше показываем все, что есть. Исходя из этого, клиенты вправе выбрать то, что они хотят. То есть мы ни в коем случае не навязываем, мы предоставляем клиенту право выбора. Они хотят такой полуприцеп или же автомобиль той мощности и той комплектации, какие они хотят. Контакты, ссылка на номер телефона Бориса, ответственного лица в этом вопросе, в описании к видео. Давайте начнем еще с такого важного вопроса. Чем вы отличаетесь от компании «Рога и копыта»? Ну, основным все-таки является то, что мы завозим автомобили с оригинальным пробегом. Это первое. Перед покупкой, даже при выборе автомобиля, мы обращаемся к официальному дилеру МАН для того, чтобы нам проверили историю автомобиля. Все автомобили с подтвержденной историей, то есть никто на них не мотал пробеги, мы в этом уверены. Второй автомобиль заехал в Украину, растаможился официально. То есть все платежи мы проводим официально, поэтому заниженных инвойсов нет, что есть у фирм «Рога и копыта», почему они могут продавать дешевле. Мы продаем все по безналичному расчету, все с НДС и все официально. Это является огромным плюсом при продаже именно в кредитных лизинговых схемах. Машина проходит у официального дилера предпродажную подготовку. Что в нее входит? Это
проверка всех систем. То есть это проверка, компьютерная диагностика, диагностика ходовой части, диагностика пневматической системы, а также электрической части. Все нюансы, которые есть в автомобиле, они все устраняются. То есть автомобиль должен выехать с станции технически исправным. Если нужно поменять колодки, либо же диски тормозные, или все, что касается пневматической системы, чтобы нигде не стравливало воздух, или же подтекание на двигателе, все это профессионально устраняется. Это делается все у дилера, то есть все чеки на подтверждение работ есть у нас, и документы, подтверждающие те, что это действительно сделано и на какую сумму. То есть это все мы можем предоставить клиенту, начиная от истории и заканчивая выполненными работами. Клиент уверен в том, что работы выполнены и выполнены качественно. На все автомобили мы также у нас на территории можем предоставить услуги по доустановке гидравлики. Это европейская гидравлика Хива. Техосмотр, сертификация, химчистка салона, если это необходимо. Все это мы делаем здесь у нас. То есть, ну, глядя на автомобиль, видно, что он визуально красивый, но он еще и технически исправен. Уезжая от нас, люди едут сразу в рейс, то есть они не заезжают больше ни на какой сервис. Приезжает водитель, заводит машину и уезжает от нас. А что по пробегу? Все машины с разными пробегами, но эти пробеги приемлемы, да, для эксплуатации. То есть это в основном машины 2018 года, пробеги около 500 тысяч километров. То есть при данном пробеге еще достаточно большой ресурс и у двигателя, ну и у самого автомобиля в целом. А выбор вот на сегодняшний день, из чего, с какого количества человек может выбрать? Ну, на данный момент вы можете посмотреть, у нас наличие более 20 единиц техники, это тягачи. Ну и снова-таки любой из этих тягачей мы можем доукомплектовать системой гидравлики и вместе с полуприцепом отправить машину в работу. То есть, если мне срочно нужен грузовик? Да. Сколько это времени у меня займет? От момента приезда к вам и выезда моего водителя с вашей территории? Были у нас случаи, когда мы успевали сделать все работы, включая установку гидравлики, за 2 дня. То есть с утра приехал клиент с механиком, они выбрали автомобиль, мы параллельно начали ставить его на учет, автомобиль загнали в цех, начали устанавливать гидравлическую систему, нам перевели деньги за полуприцеп и за тягач. И, грубо говоря, на вечер следующего дня уже забрали сцепку, полностью готовую к работе. То есть очевидные плюсы работы с вашей компанией. Но все-таки больше мы нацелены на продажи фермерским хозяйствам, юридическим лицам, у которых открытые счета, и они могут нам перечислить деньги. То есть НДС точно вернется, поэтому налички можем, но не делаем этого по безналичному расчету, без проблем. Финансовые, кредиты, лизинги. То есть 90% это все-таки проданы были в лизинге кредит. Единицы это те, кто приходит прям с живыми деньгами и оплачивают 100% сразу. Но нам, в принципе, все равно. Мы получим эти деньги от банка, от лизинговой компании или от конечного покупателя. Для клиента мы продавец и обязаны предоставить ему услугу в полном объеме. То есть это тягач технически исправен, который будет работать и приносить прибыль. Главное, это можно сделать очень быстро, да. За один день. Да. Ну, это прям проверенный факт, который... Ну, клиент приехал, он тоже был скептически настроен, говорит, я спешу, можно ли быстрее? Мы говорим, ну, вот, послезавтра заберете. Он такой, да, ну, цены реально. В наших реалиях цены реально. Ну, мы его переубедили, и все-таки он остался. То есть по переоформлению вы тоже оказываете комплекс услуг? То есть, да, да. Это все, да. Это важно. Мы делаем абсолютно весь спектр услуг. То есть, я же говорю, приезжает собственник, выбирает автомобиль, и через 2 дня приезжает просто водитель и забирает автомобиль, уже готовый к эксплуатации. Ну что, пойду посмотрю, я еще в грузовиках не сидела. Ага. Так просто. С ума сойти. А кнопочки эти?
Клиенты заезжают в Украину и, как я уже ранее говорил, проводится полностью осмотр автомобиля, то есть включая салон, чтобы было все чисто, красиво, и заканчивая технической частью. По технической части специалисты делают диагностику, вследствие которой проводится ремонт. Все запчасти, которые необходимо заменить для безопасного передвижения транспортного средства по дорогам общего пользования, они меняются. Меняются только на оригинальные запчасти. Так как 2 года гарантии на оригинальную запчасть, это все-таки важно. Сейчас мы видим автомобиль, который готов к продаже. Он технически исправен, он чистый, красивый, нарядный. Клиенты любят такие автомобили, так как это не только красивая картинка, это технически исправный продукт, который готов ехать и зарабатывать деньги. Они об этом знают, да, уже? Или еще не знают, что у них есть такая опция? Снова-таки, проезжая мимо нас, клиенты зачастую видят просто автомобили, которые стоят на стоянке. Заехав уже к нам, попив с нами кофе, познакомившись, мы рассказываем о нашем подходе к выбору автомобилей, начиная с выбора автомобилей и заканчивая уже поставкой автомобилей непосредственно клиенту. То есть, ну, тут больше должны возникнуть даже дружеские отношения с клиентом, чтобы он понимал, что мы не хотим ему продать один раз. Мы все-таки нацелены на долгосрочные отношения. Ну, я скажу, что да, это именно так, потому что мы заехали к вам на предприятие, к нам не бежал навстречу охранник и не кричал, куда вы едете, зачем вы сюда пришли. Действительно, приезжайте, и вам тут рады 100%. Радушное приятие клиента у себя в гостях – это всегда огромный плюс. То есть сервис должен быть на высоком уровне для того, чтобы люди возвращались к вам. Ну, это ощущается, я на себе сегодня это ощутила. Ну, приятно.